отель «Геометрика». Это лаунж-отель. Все в таком геометрическом стиле. И номер у нас – это отдельно стоящая вот такая вот сфера. Номер так и называется – сфера 360. Сейчас я вам покажу, друзья, мы ее снаружи. Вот так вот она выглядит снаружи. А сейчас покажу, как она выглядит внутри. Друзья мои, смотрите, какой у нас номер. Обратите внимание на потолок. Сфера 360. Здесь вот располагается мангальная зона для всех гостей и у каждого домика. Здесь есть телескоп. Смотрите, какой интересный стиль. Номер в стиле лаунж. Занавешивается по всему периметру. Можно вечером сделать уединение гостям бутылочку вина в подарок. Также есть терраса, уличная мебель. И летом это закрывается под тент. В номере есть халатики. Очень мне нравится такой стиль. Черная сантехника. Видите, какое окошко. Все вот в таком лаунж-стиле. Действующий камин. Вечером можно разжечь, романтично посидеть у огня. Самое шикарное время, когда идет дождь, сфер или град, то вообще бомбически. Вот так она выглядит изнутри. Смотрите, какая красавица. Я думаю, каждый захочет здесь посидеть на веранде, в окружении сосен, ель. Чуть позже покажу вам, как это выглядит вечером. А сейчас мы немножко по территории прогуляемся. Куда пойдем? Пойдемте, да? Да, мы просто походим сейчас, а вы рассказываете вот то, что вы говорите. Да, сколько планируется открывать, я просто снимаю, да? А вы говорите. Да. Вот у нас название отеля «Геометрика». Концепция «Наши дома в виде геометрических фигур». На данный момент у нас работает 10 номеров. Три вида домов у нас сейчас работает. То есть сфера наша, вот в которой вы живете, в которой мы уже видели. Две такие сферы у нас сейчас. Угу. А кубы, это вот второй. Дом дуплекс. Вот прямо прямоугольничек. Сейчас это мы до него дойдем. Дуплекс. Угу. То есть в одном доме два номера зеркально расположены. Таких домов у нас три, соответственно, по два в каждом доме. Шесть номеров у нас таких. И треугольнички наши, тоже такие уникальные дома, треугольнички призмы. Вот, видите, треугольничек. Дома уникальные. Дома в стиле афрей, то есть это дома, сделанные в виде буквы А, но у нас они вот загнутыми краями. Внутри эта конструкция повторяется. И таких дома только три в России. Два у нас. И один, ну, чуть подальше, еще в одном поселке. Это мне подтвердили архитекторы. Кстати, нам очень много приезжает архитекторов. Им нравится наша концепция. И мне подтвердили, что таких домов реально больше нет. Вот так вот, друзья мои. Вот 10 номеров у нас сейчас работает, получается, да, две сферы.
две призмы и три куба по два номера. Добрый день. Еще у нас есть номера в основном, да, здании. Ну вот три номера и арумы, которые вы видели, наверное, слышали. Да. По нашим планам, по крайней мере, на этот год, мы планируем. Сейчас у нас открытие ресторана. Мы готовимся к открытию ресторана. А к началу летнего сезона, май-июнь, я надеюсь, что мы его сможем запустить. Мы открываем ресторан. А немножко потеплее мы будем, начинаем ставить баню, спортивную площадку, детскую площадку. И будем в этом году ставить еще пару домов. Это будут либо сферы, либо у нас сейчас дом разработки проект, дом-конус, стеклянный дом-конус, в котором будет тропический душ, вот из центра конуса тропический душ со стеклянными стенками. Еще у нас в проекте нам рисует дом-цилиндр стеклянный, который будет находиться вокруг дерева. То есть мы найдем дерево большое на своей территории, да, и там будет дом-стеклянный цилиндр вокруг дерева, с террасой и, возможно, с даже летним садом. Зимним садом, простите. Ну, то есть рисуют проект. По планам у нас такие. Интересно. На самом деле, погода. Да. Так, что мы еще? Пойдем. Вот так выглядят вот эти вот домики. Но сейчас, наверное, мы не сможем вам показать, там люди живут. Но мы можем чуть попозже снять призму. Как будет возможность? Да, у нас сейчас просто один дом свободный. Да, его сейчас как раз генеральный. Да, да, да. И мы его попозже, потом подойду к вам, мы его попозже посмотрим. Да, я готова. Да, отлично. Покажем. Какая погода. Друзья мои, какая прелесть, да? Вот, идет снежок легкий. Вы знаете, вот жалко всегда мне, что камеры не придают воздух. Тут такой уникальный воздух. В принципе, как и во всем горном Алтае. Но здесь он просто какой-то невероятный. Вот смотрите, какая красота, да? Снежинки. Просто. Так что вот такая вот. Да, это наша территория. Территория у нас сколько, 2 да, гектара. 2 гектара. Да, 2 гектара территории. Мы находимся в реликтовом лесу. Развиваемся, расширяемся, строимся очень активно. То есть на это лето сейчас мы ждем немножко потепления и начинаем активно достраивать нужные нам дома, но уже в отдалении от основных домов, чтобы не было шума. Мы пойдем туда дальше в лес, вот туда мы будем развиваться, вот у нас туда, дальше вот, туда вот, участок развивается, поэтому будем строить. И качели у нас сейчас на территории есть. Лавочка любви у нас на ней. Пойдемте, покажу вам, да. Инстаграмная лавочка любви у нас на ней часто фотографируется, целуется. Опять же, предложение руки и сердца. И летом, соответственно, это, конечно, выглядит более привлекательно. Да, здесь работает включена подсветка. Это дерево, соответственно, в листве. И оно вот такой вот аркой само по себе упало. Но было... Смотрите, заметили, да, друзья мои, сколько вот таких вот замечательных надписей по территории отеля. Это тоже все сделано с душой, любовью в таком стиле. Вот. Вот такая вот лавочка. Очень романтично, на мой взгляд. Да. Да. Такая у нас атмосфера вечером в лаунж-отеле «Геометрика». Так, значит, это наши новые номера. «Георумы» называются. Мы их открыли буквально недельку назад. У нас электронный замок и вот такие номера. Номер площадью где-то 14 квадратов, 14-15 квадратов, с панорамными окнами в пол. В номере у нас кровать с ортопедическим матрасом, в принципе, как во всех наших номерах. В номере есть небольшая такая зона для принятия пищи, скажем так, да. У нас есть мини-холодильник, у нас есть чайник, у нас есть микроволновка. Вода, чай, кофе, вино, как в любом нашем номере в качестве комплимента при заселении.
Smart TV, Wi-Fi. Это тоже у нас в любом номере. Полотенца, халаты, банные принадлежности, ванные принадлежности. Это все в комплектацию нашего номера входит. Отлично. Георумы у нас, это номера класса стандарт с общим санузлом. У нас всего 3 номера на этаже и общий санузел. Часто у нас используют эти номера, часто сами гости у нас предложили. То есть можно снять 3 номера на большую компанию или семью. Мы поставили специально общую дверь, то есть можно закрыться, и будет такой большой общий номер с 3 комнатами и общим санузлом. Здесь, соответственно, номер 1, 2 располагается, вот коридорчик такой, да, и, соответственно, 3 номер. Вот такая вот. Каждый домик в нашем отеле оснащен своей мангальной зоной отдельной. Дрова у нас бесплатно, есть решетки. Обязательно нужно использовать, пожарить шашлык, просто пожечь костер для романтической обстановки. Добрый вечер. Ой, какая, ну, простите, как, но нам надо. Какая красота. Смотрите, друзья мои. Супер. Наснимала тоже красоту. Красота. Да, вы видели, да, что у нас эти геометрика, логотип? Конечно, да, с логотипом. Да, можно. Да, это призма, шале. Это наши дома, созданные уже для более комфортного отдыха, для, может быть, более веселой компании или наоборот, для релакса. То есть здесь у нас двухэтажный дом в стиле афрейм с закругленными краями. Мы видели эти дома снаружи. То есть смотрите, у них изнутри закругленные края. В этом доме нет прямых или острых углов. Такое уникальное строение. Да, это уникальное строение. Таких домов всего 3 в России. 2 из них у нас. Дом без острых углов. В этом доме у нас на 2-м этаже находится спальная зона. Поднимемся, да? Конечно, мы туда поднимемся. Кровать с ортопедическим матрасом. Кондиционер, который летом у нас работает на охлаждение помещения. И такая с этой зоны у нас красивый вид по утрам. Чашечка кофе в постель и вид на горы, которые мы сейчас не увидим. Вот в любое время он есть. Это что-то невероятное. Смотрите, какие потолки. Ну все, и на 1-м этаже у нас зона отдыха. У нас большой угловой раскладывающийся диван, который можно при желании разложить. И это будет спальное место для 2 взрослых человек. Вполне комфортно. Татьяна, скажите, а какое размещение максимальное? Размещение. То есть у нас здесь 4 основных места. 2 человека у нас спят наверху, 2 человека комфортно располагаются на диване. Плюс мы можем принести 2 дополнительных места, это 2 такие евро-кровати небольшие, то есть до 6 человек. 4 основных места плюс 2 дополнительных. Это по максимуму. Также бутылочка вина сервируется. Бутылочка вина в подарок, да. Здесь у нас еще призма, еще пиво идет в подарок. У нас винный шкаф. Давайте посмотрим. У нас немножко уже для комфортного отдыха у нас винный шкаф для любителей вина. Мы уже говорили, что мы любим вино. Да, да, да. Поэтому да, мы будем продвигать эту тему. Винный шкаф, холодильник, микроволновка, чайник. В этих домах у нас уже кофемашины. Кофемашина. И конфетки геометрика. Конфетки геометрика, да. А зона отдыха с барной стойкой. Очень стильно. И панорамный остекленный фасад. То есть, соответственно, мы видим с 1-го этажа и со 2-го этажа горы, сосны и нашу замечательную природу. Шикарно. Давайте посмотрим ванную комнату. Так, заглянем сейчас. Да, проходите, пожалуйста. Угу. Здесь у нас, заметьте, у нас форма ванны, стены опять повторяют внешнюю часть
дома. Все очень у нас дорого, раковина из натурального речного камня. Это реально натуральный речной камень, из которого сделана раковина. В душевой кабине у нас, как всегда, халаты, полотенца, шампунь, гель, мыло. Это все в дозаторах есть. Фен. Все для того, чтобы комфортно было, комфортно принять душ, ванную, отдохнуть. Еще у нас в этих номерах своя индивидуальная мангальная зона. То есть она отделена у нас от общей базы. Она прям индивидуальная. У нас мангальная зона, у нас очаг, камин с чугунной поверхностью. То есть можно жарить, как обычно, на решетке шашлык, так и на чугунной поверхности, как на сковороде гриль. Летом у нас здесь садовая мебель, большой зонт и еще зона для загара. Ну и также у нас освещается эта мангальная зона. И получается вот такая уединенная с деревьями. Доброе утро, друзья мои. Вот ради чего стоит сюда приезжать. Смотрите, какая настоящая зимняя сказка. А, красота. Мечты сбываются.